5 марта в Никольске пройдет губернаторская эстафета. Кузнецкие лыжники в прошлом году были ее чемпионами. Сейчас они изо всех сил стараются оставить этот титул за собой. Постоянные тренировки, подготовка лыж к соревнованиям на первом месте у кузнецких спортсменов. Казалось бы, ну что в этом трудного? Смазал лыжи парафином и побежал. А вот и нет. Подготовка инвентаря к ответственным соревнованиям занимается исключительно тренер. У каждого наставника есть свои особенные секреты и технологии по смазке лыж. Вся эта процедура проходит поэтапно и занимает очень много времени. Лыжи крепятся, натираются горячим парафином, остужаются, потом обрабатываются скребком, затем тремя видами щеток, а потом специальным порошком. Надо подобрать нам порошок. Порошок, то есть, очень дорогой порошок, тут вот даже цены есть, от 5 до 7 тысяч порошки стоят. То есть, одна пачка вот этого такого порошка где-то хватит, может, пар на 5. Без этого порошка лыжи не поедут. И это еще не все. Порошок стирается, лыжи мажут специальной таблеткой, потом полируют, а перед выездом наносят эмульсию для ускорения. И вот только после этого тренер перестает колдовать над лыжами своих подопечных и может отправить их на старт. Мы народ оптимисты. Я думаю, что борьба покажет. Пока ничего не можем сказать. Все едут выигрывать. То есть команд, по-моему, в нашем, 15 или 17 команд в нашей подгруппе. Это Пенза очень сильная команда, первая Пенза, потом Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Зареченск, Никольск готовится не на шутку там. Ну, выиграть сильнейший, на то и спорт. Мальчишки и девчонки от 13 и старше готовы пробежать свободным стилем 1,5 километра. Они хорошо подготовлены и верят в свои силы. Занимаюсь я лыжами уже более 10 лет. Настрой боевой, проходит очень... тяжелые тренировки, тренировочный процесс. Вот. Ну, думаю, можем мы выиграть. В силы кузнецких спортсменов верит не только их тренер, но и представители городской власти. Глава администрации Сергей Козин посетил тренировку наших лыжников и пожелал им удачи в завтрашнем забеге. Кроме первого места нам ничего не нужно, да? Давайте побеждать. Все там, жители города болеют за вас. Как родные, так и близкие, и власть на вас надеется, что вы выиграете, победите в очередной раз. Удержать титул чемпионов сложнее, чем его завоевать, но у наших ребят стимул к победе есть. Одержав победу единожды, хочется и во второй раз стать победителем. Кроме того, за первое место денежный приз в размере 25 тысяч рублей. Надеемся, что кубок и в этом году останется в руках кузнецких лыжников. Елена Полбоярова, Артем Бурлаков. События Кузнецк.